Серьезное ДТП произошло на 119 километре Киевского шоссе. У автомобиля «Газель» пробило колесо, он остановился, ждал помощи. Вот этот автомобиль «Пежо», партнер, а также белый «Киа», приехали его перегружать, помочь ему перегрузиться. Люди ходили по проезжей части, перегружали автомобиль. В этот момент на высокой скорости восстановившийся автомобиль врезался в грузовик «МАН», протаранил их. В результате столкновения водитель «Газели», который находился на проезжей части, погиб на месте. Еще один из людей серьезно пострадал. За ним прилетел вертолет санитарной авиации из Калуги. Сейчас там с ним, с пострадавшим, работают медики. Врачи борются за его жизнь, у него состояние тяжелое. В результате ДТП Киевское шоссе полностью перекрыто. Образовалась серьезная пробка, затор. Люди стоят уже почти час здесь. По направлению с Калуги тоже пробка, движение затруднено, автомобили движутся в один ряд. Пострадавшего сейчас отправят в Калужскую областную клиническую больницу. Там врачи с ним будут работать. На месте работают и пожарные, и медики, и спасатели. В общем, все оперативные службы.